Что может быть лучший гор? Лучший гор только может быть футбольная команда Анжи Махачкала и горы, и больше ничего. Салам алейкум, дорогие друзья! Сегодня у меня небольшая прогулка вот на эту гору. Я вам чуть попозже ее скину издалека. Это самая высокая точка в моем селении. Ох, устал сильно. Я думал, что я устал. Оказывается, вот эта сумка мне мешала. Вон, Рустаму отдал сумку. Сейчас я начал бежать наверх, а не пешком идти. Понял, да, Рустам? Что такое сумка? Шаме, устал? Да. Давай наверх увидимся. Друзья, у меня и у Шамиля к вам один вопрос. Вот, мы вдвоем задаем вам вопрос. Что это за дерево? Вот оно и здесь есть. Какие-то непонятные плоды на ней. И еще вон там. Сделай, Шамиль, поближе, пойти нету. И вон там, вот. Ждем ваш ответ. Не мучайте нас Шамилем, дайте ответ, хорошо? Давайте. Друзья, мы поднялись туда, куда хотели. На этот шикарный вид. Что может быть лучший гор? Лучший гор только может быть футбольная команда Анжи Махачкала и горы, и больше ничего. Прищепка. Мы забыли ложку. Но это нас не останавливает, да, Шамиль? Нас ничего не останавливает. Смотри. Ложка-прищепка. Кофе-бомба. Кофе-бомба. Как на говоря. Бомбиян. Да. Наша ложка тоже бомбиян. Сам Рустам тоже бомбиян. Так, сейчас надо мне левую руку на правую поменять, чтобы кофе пить. А то все скажут, левой рукой выпил. Стоя кушать нельзя, стоя пить нельзя. За вас, друзья, за ваше здоровье. Тя, братва. Шамиль, тебя не видно. Почему, наверное? Приезжайте к нам в Дагестан и начните покорение Дагестана из нашего селения Старый Бавтугай. Селение с многовековой историей, да, Шамиль? Все верно. Все надо. Да. Кванник. Все, расходимся. Все, Шамиль, давай, небольшой расход. Да, все, хватит, кофе попили. Все, на сегодня все, да? Да, видео сняли, все. Горы увидели. Да, в следующем году. В следующем году весной. Да? Ага. Может, в этом году весной? В следующем году весной. Мы что-то Нового года снимаем. Шамиль, ты жену боишься? Конечно. Кофе попили, согрелись, получили эмоции. Скажи, Рустам. Как у тебя ощущения на этой горе? Бомба. Бомба. Шамиль, ты что можешь сказать? Тоже все хорошо. Свежий воздух, физкультура, труд туда-сюда, правильно же? Все нормально. А теперь самое главное, друзья, вот наши пластиковые стаканчики. Все закидываем в пакет. Ничего не выкидываем. Все забираем. Настоятельно рекомендую и советую. Мусор не бросайте. Не пачкайте нашу вот такую прекрасную природу нашего прекрасного горного солнечного Дагестана. Всем удачи, всем салам алейкум, всем удачи, всем крепкого здоровья и по 1 миллион долларов в месяц. Всем салам алейкум.
Друзья, следующая вершина, которую мы хотим покорить, вон там. Видите, вон она сзади. Вон она, вон. Скоро мы будем ее обязательно покорять.